Добрый день. В рамках обучения в Академии трансформации личности вы научитесь работать с эмоциями и с чувствами. Самыми важными инструментами для каждого человека – это чувства и это эмоции. К сожалению, у многих забиты чувства, многие не позволяют себе проявлять эмоции, не пользуются этими своими самыми важными и наилучшими инструментами. У нас есть еще инструмент ум. Сейчас такое время, что люди пользуются только им. Забыли, что такое чувствовать, как это жить чувствами, и как это быть чувствительными, как это проявлять свои чувства, как это их раскрывать, и как это понимать свои чувства, что я сейчас чувствую в той или иной ситуации, и как это проживать свои чувства, вытаскивая их изнутри, забитые которые. Очень важно жить по сердцу. Очень важно чувствовать сердцем, и в рамках обучения мы будем учиться очень много этому. В моих интересах и моя самая главная задача – научить вас чувствовать и проявлять свои чувства и эмоции, жить чувствами, научиться наслаждаться, радоваться и получать удовольствие от жизни. А это можно только научившись чувствовать радость, чувствовать удовольствие, чувствовать наслаждение, чувствовать счастье и любовь. И вот над всем этим мы очень много будем с вами работать в рамках обучения в Академии трансформации личности. Я вас приглашаю на бесплатную консультацию ко мне, если вам интересно, 20-минутную записаться можно. Можно через Инстаграм, через Директ ко мне записаться на бесплатную сессию. Пройдя внизу на сайте, там есть ссылочка на Инстаграм, можно ко мне на страничку попасть. Можно записаться, где там задать ко мне вопросы, написать, что вы хотите бесплатную консультацию и записаться. И вы поймете, как работает метод, как я работаю, что я даю вообще на консультации и сколько вы получите, вы поймете на обучении. Вот. Буду рада всем вам.